В минувшую субботу на пульт пожарной охраны примерно в половине 9 утра поступило сообщение о возгорании складских помещений, принадлежащей кондитерской фабрике, расположенной вдоль трассы Уральск-Желаево. На место возгорания сразу же выехали 4 бригады пожаротушения. Через час огонь удалось потушить. По счастливой случайности жертв и пострадавших нет. Прибывшим на место пожара пожарным подразделением пожар был ликвидирован. Примерно общий пожар составил 120 квадратных метров. Причиной пожара послужило замыкание электрической проводки. Прибывшими на место пожарного подразделения установлено, что горела бумажная тара и продукты питания.